Всем привет, вы на канале Кайпал Паладинс. Здесь мы будем играть новый режим. Тренировка прицеливания. Это все хихоньки, пока вас не попадут. Или как-то так там было. Давайте я вам покажу, сколько будет длиться поиск игры в среднем. Длиться он будет около 1 минуты. Там 1,5 минуты пусть будет. Да, 1,5 минуты там было. И матч сразу находит. Полный онлайн. То есть это неплохо для паладинцев. Такой онлайн. Здесь вы будете выбирать между Иви, либо же Виллу, либо же, если вы будете играть за другую сторону, ну вот за эту красную, то вы будете выбирать между Шалинем, либо же с этим, Стриксом. Да-да, я его название забыл, персонажа. Я выбрал Иви, выбрал Виллу, потому что у нее хороший скин. Ну, у меня, я его получил за 75 побед в рейтинге. Вот такой вот скин. У Виллы очень хорошая такая мобильность, то есть за нее легко убегать от врагов. И попадать тоже легко, потому что область атаки большая. Как вы видите, я уже оформил свой первый фраг. Игра хотя только началась. Забираем. С помощью бомбочки Стрикса. Единственная проблема на этом режиме, когда ты играешь за Иви, либо же Виллу, это Шалинь. Вот, это реальная проблема. Они неплохо так убегают. Ну вот, как видите, он просто пропал у меня. Потому что они могут становиться невидимыми. Стрикс тоже может становиться невидимым, но он стоит на месте во время своей невидимости. В то время как Шалинь, он просто откидывается, ну его отбрасывают, в общем, назад. Как-то так. У Виллы очень большая область атаки, и это очень хорошо. Вот, посмотрите. Я не попадал прямо в него, я стрелял именно в землю. Но несмотря на это, он погиб. То есть Виллу однозначно мой фаворит в этом режиме. Иви же очень-очень мобильная, то есть за нее можно там полетать на метле, там телепортироваться и все такое, но у нее там меньше область атаки, и мне это не совсем нравится. Убиваем Шалиня, отлично. А, нет, я его не убил, я его устранил. О, вот тут меня убили вдвоем. Один попался в снайперке, там 1500 урона, другой закоцал меня с пистолета. Я активирую ультимейт. Что хорошего в ультимейте Виллу? Это бесконечный боезапас. То есть ты можешь просто спамить своей атакой. Я даже не перезаряжаюсь, как видите. Просто спамлю. И уже оформил даблкил. Триблкил. Три убийства благодаря одному ультимейту. Это очень хороший ультимейт, как мне кажется. То есть ты просто далеко взлетаешь и все. Но если они меткие, а не такие нубы, как здесь, то ультимейт тебе не поможет. Ты будешь просто по КД умирать. У меня уже был такой опыт. Да, вы видите, просто уклоняться невероятно легко. Вот уже способность откатилась. Это очень хороший откат. Мне это нравится. Прям реально очень сильно нравится. Дабл килл еще один. Неплохо. Вот тут меня попали, кстати говоря. Сейчас я буду отступать. Отлично. Сейчас восстановлю хп и заново пойду в бой. В принципе, мне этот режим, в принципе, понравился. Вот серьезно. Что-то новенькое. Он, правда, временно, он уже пропал, скорее всего, на момент выхода видео. Как вы видите, 18 устранений я сделал. И всего 2 смерти. Я считаю, это неплохой результат. Нет, у меня, конечно, было и лучше, но вот это неплохо. Так. Трипл килл. Я убил 3 людей и... Это фейл смерть, это очень глупая смерть только что была. Я не успел выжать shift, потому что она полностью не откатилась. Там не хватило 1 секунды. Думаю, что взять. Ничего хорошего не нашел, поэтому буду качать те предметы, которые я уже купил. Добил, фраг. Вот он пропал, я не знал куда стрелять, и его добили у меня.
Вот. Второй раз активирую ультимейт за эту катку. И этот ультимейт будет не настолько удачлив, как в прошлом. То есть врагов очень мало. Я не знаю, зачем я его активировал. Ну, даблкил я сделал по итогу. Там добил я его. Здесь я сделал звук игры чуть-чуть потише, чтобы вам не было больно. Потому что в этот момент там какие-то лаги со звуком произошли у меня. Само собой, в игре этого не было, это только на видео отобразилось. Давайте я вам покажу теперь статистику свою, что там в итоге вышло. Больше всего урона в моей команде нанес я, как вы видите, разрушительная сила Самвир, это мой никнейм. 24 убийства, это больше всех в моей команде. 4 смерти, в принципе, неплохо. Мне, в принципе, понравилось. Хороший режим.